19-летний Павел Игнатенко с команды Белоруссии. Марина Селицкая тренирует этого фигуриста. Для Павла это уже третий чемпионат Европы. 2 года назад в Хорватии, в Загребе, он занял 13-е место. А вот в прошлом году в Будапеште был только 20-м. Падение на тройном акселе. Да, в роли Джеймса Бонда не все получилось у фигуриста из Белоруссии. Ну, вообще в этом сезоне пока у него особых достижений не было. Он выступал на 2 юниорских этапах Гран-при. Причем в Таллине он был 22-м, а на этапе в Загребе лишь 19-м. То есть эти достижения такие весьма скромные. Ну и вот мы видим, что до 30 баллов за технические элементы не добирает он где-то полбалла. Ну вот что, у него каскад, тройной лутц, двойной тулуп, сорванный тройной аксель, падение было, ну и не самым лучшим образом исполненный тройной ридбергер. В этом сезоне у него лучший результат 56,75 балла. Сейчас результат будет примерно такого же плана. А это значит, что он будет где-то в районе 12-го места.
12-е, 13-е. Там результаты довольно плотные. Петр Соуфал сейчас занимает 10-е место с результатом 57,47. Да, неудачное выступление. Я не думаю, что фигурист, который выступает в предпоследней разминке, ставит себе задачу попасть в произвольную программу. Это как бы для него должно быть само собой разумеющееся. Но, естественно, он попадает. Тут вопросов нет. 55-79, но на данный момент это только 13-й результат. А ведь впереди еще выступление 6 фигуристов из сильнейшей разминки. И Флоран Амодио, знаменитый француз, который будет сейчас завершать выступление фигуристов из...